сегодня снимаем коробку. Вот такую. Зайчик, закладка такая. Мы сегодня будем такое делать. Берем листик А4. Ставим геналем на две части. Разгинаем и режем ножницами. Две части. Вот этот угол снимаем сюда. Второй угол. Вот так вот должно получиться. Вот. Там разгибаем. Вот так вот. Вот этот берем один угол и загинаем. Вот так вот получилось. Дальше берем этот сюда и загинаем внутрь, вот так вот сюда. Пригладываем ножницами, чтобы все было. И вторую часть. Туда загинаем. Вот так вот. Получилось вот так. Вот, приготовим. Эту часть почувствовать. Берем вот листик. Ну, что мы надрезали. И рисуем ушки. Вот такое. Теперь обводим фломастером черным. И все. А если вы хотите два, вот так вот схинаем и режем. Так вот. Чтоб видно было. Вот. Два ушка таких. Теперь берем вот так вот и отводим. Все. Получилось таких два узка. И вот так вот будет оно. Так, берем одно узко, берем клей и мажем. Все. И туда вот так вот. Чтоб было. Так, а потом клеим сюда, наверх. Чуть-чуть. Получилось таких два узка.
Теперь берем карандаш и рисуем глазка, глаза. Так. Все. Теперь берем так вот, вот так вот. Вот. Берем фломастер и отводим вот это все, что мы нарисовали. И зарисовываем это все. Вот так вот зарисуем. Теперь вот так вот. Все ровненько. Так. Так. Теперь берем розовый цвет. И вот так вот делаем, чтобы красиво было. И вот тут. Делаем. Так. Розовое брать. Можно и красное. А я рисовала красного такое. И получилась у нас вот такая закладочка. Вот таких две закладочки. Получилось такие. Они крутые. Ну как использовать закладку? Если вы читаете, то можно закладку так, если закладки вот такой нет. Вот так вот одеваешь, читаешь или пишешь тут что-то.